девочки, на растяжку. Или, ну да, если вас зовут сыграть, то сыграйте. Думаете, что игра — это что-то другое, то есть какой-то другой вид спорта, короче, не связанный с тем, что вы делаете на тренировках, и не связанный с тем, как вы играете, то есть просто да нет, все хорошо, то есть вот смотришь со стороны, каких-то вот тут нет, ну то есть вы не играете, еще что-то, ай-яй-яй, и хорошее движение, хорошее есть, плоские хорошие есть, все есть. Просто вы не понимаете, когда это надо сделать, в какой момент надо начать, в какой момент надо концентрироваться, как надо себя вести на площадке. Да? То есть как надо концентрироваться, как надо этого не стесняться. Спокойно, все хорошо. Надо пополучать удовольствие от игры. Удовольствие. Делать какой-нибудь ударчик интересный, который мы умеем. Высокодалекий, хороший, например. Да, откидочка, подставочка. Их всего 9. Знаете, когда вы нам закидываете, они летят на сильник, куда надо? Нет, вам не делать. Реально прилетит куда надо, ладно? Фиксируйте. Делать, придумать. Максим молодец. Что ты взял? Михаил молодец. Плоский справа главное, да?
Thank you.
на Вексера. Yeah.
Ну им как везло, правда, ну просто. Не, ну нам тоже несколько раз повезло. Два раза забегали. А то как это было? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо.